зелененький самолетик, один носик виден с красненькой полосочкой. Давай кофту оденем, Каролин. До свидания, Украина. Чао-чао. До свидания. До свидания. До свидания. Привет, Египет! Вау, привет, ты, до свидания, Украина! Дети уже забежали на трассу. Где там начальник? Ну что, девочки, куда летим? Каролина! Что? Египет! Теплые края. Египет! А вот и мама. Пока Украина. Один наш родственник. Пока Украина. Ты переживаешь, наверное. А мама тоже на телефон тебе звонит, или то я тоже. Каролина, пока. Девочки, Каролина, ближе. Всем привет на канале Тима и Каролина. Скоро будем ехать. В аэропорте города Харькова. Куда вы собрались лететь, девчонки? Египет лететь собрались. Переоделись, уже по-летнему оделись, да? Шубы сложили, в чемоданы отправили, в багаж. И летим в Египет. Мишку покажешь, Каролин, мне? Да. Пойдете, покажете? Да. Идите поздоровайтесь с Мишкой. Смотри, какой Миша. Здрасте, здрасте, медвежонок. Да. Тише. К елочке пойдете? Синюю покажем. Сначала через Дивляеву работу Шанши. Пассажири загружены в пульты до стиль регистрации. Each check in your file includes flight 4051 to Sharm el-Sheikh is in progress. Passengers, please go to the check-in desk. Сегодня какой праздник? Вечеря, Рождество завтра, да? Да. А сегодня носят сегодня вечерю. Сегодня у вас в Египте будет уже вечеря. Давай все покажем другую. Это мы туда идти будем. Другую? Давайте. На самолет. Пойдем. А мы назвали елку Сифи. Так, всю. А еще одну елку покажем. Потом посмотрим. Так, что тут? Люди багаж получают или загружают самолетик. А, наверное, выгружают. Выгружают. Ой.
Семь нас. Аня, куда летим? Там где тепло. До свидания. Девочки, Каролина, пошли. Заснимаю. Девочки! Аня, не спеши. А вот самолет сними начал. О, у нас зелененький самолетик, один носик виден с красненькой полосочкой. Давай кофту оденем, Каролин. До свидания, Украина. Чао-чао. До свидания. До свидания. До свидания. Привет, Египет! Вау! Привет, до свидания, Украина! Дети уже забежали? Да. Где там начальник? Компания, компания, мы начинаем отлетать. На борту летает Airbus 321 Чоркомери до Шарм-эль-Шейха. Мое имя Александр, я старший бортпроводник на цьому рейсі. Наш політ триватиме 3 години 30 хвилин. За деякий час розпочнеться наша повітряна полоса. Будь ласка, переконайтесь в тому, що ваші ремні безпеки застебнуті, столики закриті, світлівки встановлені, вертикальне положення. Під час цього польоту просимо слідкувати за світловим табло пристегнуті ремні. В інтересах безпеки польоту забороняється використовувати будь-які електронні прилади під час руління, зльоту та посадки літака. Нагадую вам, що на лінії також використання електронних сигарет на борту нашого літака категорично заборонено. Аня, ти де? Бажаємо приємний подорож. Будь ласка, уродиться. Дякую. На самоліті. На самоліті. На самоліті. На самоліті. На самоліті. На самоліті. Welcome you on board Airbus 321 aircraft and ready to fly to Sharm el-Sheikh. My name is Alexander and I'm assigning command by this flight of flight to Sharm el-Sheikh, will take 2 hours and 30 minutes and now please give the time in front of you. Put a seat back to the bed position and fasten your seatbelts. We ask you to always fasten to the flight or in the whole flight. The use of electronic devices is not allowed during the exit and the cabin landing procedures and on the crest of the cabin crew. We will remind you this is not for flight. Electronic cigarettes are also forbidden to use on board of the aircraft. Thank you for attention and wish a pleasant journey. Коротко down position, please. Давай, і пані та панове, безпека пасажирів є пріоритетом нашої авіакомпанії, тому дозвольте привернути вашу увагу до аварійно-рятувальних засобів на літаку Airbus 321. Тепер все заручку. Я не можу туди просунути. Сектор пасажирів for the safety aspects of this aircraft, Airbus. Что там, узел Гордиев у вас, да? We are now demonstrating how to build and fasten, tighten and unfasten. Only the core Airbus 321, we see more in the negative causes, make much of the punch connection. Светлана Смолкина предложим, каже на нас. Давай, бабушке, ручку. Давай. Два выхода у нас еще. Мы с тобой за ручку. Мы с тобой за ручку возьмемся. Да, гриб, Снимать нельзя, мы взлетаем, Каролина. Самолет развернулся, сейчас полетит. Remember that near the section may be behind you. Please make sure that all the sections are clear for the baggage when the coffin.
Палітра відбувається герметично масалоні. Разі розгерметизація кисневої маски випадить автоматично. І якщо це станеться, швидко подивіть найближче до вас маски до кисню, що розпочне подачу кисню, перетисніть я до друзі маски до кисню. Маска, no sempre is no. Буде all маска, all before helping us. Аварійна ізоляція знаходиться в ваших кріслах. У разі необхідності на вимогу зорної і кадіспектра. Та надягніть через голову реальний жилет у залізі спереди під жилетом, щільно затягнувши на талі. На кожному жилеті є ліхтар та шпіна. Щоб надути жилет, різко надягніть на червону пластину на нижній частині жилету. Також жилет може надути через клапан під долу. Щоб залишити так, як мога швидше, не надувайте жилет жилет. Жилет далі мав для адзання, архітектури на спорту не цікаво. Жилет джекет і зіботи тренді січенка, це менше If you wish your country to avoid, we will find them in the right at Panam, the Balu. Thank you for attention. We shall bring it back. Все, сейчас возьмем разгон и полетим, королюська. Разгон мы не будем разгон делать. Ну, самолет еще разгоняется. Наше крыло. Наше крыло там, да. Наше крыло зачерпнулось. Наши... 42. Алиночка, ну бабушка ж снимает, а ты закрываешь. Потом закрою. Это чтобы закрывать окно, эта палочка. Это подойдет. Не закрывать. Каролина. Там пятно было. Каролина, тебе свое окно есть. А у Камилы аж два. Ну как Каролина! Аня, хорошо, ты вообще не вообще не красный. Мяч! Мяч! Это видишь? А что там? Мяч большой. Мяч большой? Да, вот. Самый большой. Вижу. А, самый только длинный. Только. Привет, папа. А почему у нас разгона нету? Сейчас будет разгон. Скоро? Угу. Каролина, взлетаем, нельзя столик открывать. Забыла. Папа, закрой. Темно было, спать пришла. Да, спать. Да. Закройте. Закрой. О, Каролина. Да, Каролина, иди спать его. Ну, выезжал. Каролина. Сейчас взлетим. Закройте, чтобы темно было. У вас темно, у нас это Каролина. 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 Спать, спать. Да?
Только ножки поставь ровно пока. Пока не взлетим, нельзя вот так садить. Надо ровно сидеть. Дядя соскал полностью. Каролина, ножки надо вот так опустить. Опустить, чтобы они вот так у тебя лежали. Так вот. Вот это когда скажут, мы встретим потом. Когда скажут. Да ты сейчас сама. Открой до конца. Я слетела. Почему? Ты как тетя у тебя стала? На стекле. Потом взлетим. Потом убираться колеса. Убирают. А ну расскажи процесс взлетания. Колеса что делают? Что ты сейчас расскажешь? Мне надо таблетки, огонь, воду, туфли, чемоданы и буквы. Все рассказала. Все. Как я нарисовала такую платье. Вот, тетя. Вы знаете, тетя? Все, сейчас быстро полетим. Вот полоса уже наша взлетная. Облаков, да, Каролища? Да, да, на облака да, все снизу. Я скажу, когда можно, а не держись. Я тоже боюсь, что Камила. Видел, как красиво было? Да, красиво. Я и так вижу красиво. Камила не держит. Я там, вниз вижу. Я там вниз вижу, Камил. Ага. Я тоже. Это класс. А я даже круглую. Как будто это буря, соль или краска. Это буря, соль или краска. Я боюсь, чтобы вот на самую. На молоко летим. На голове берем. Послушайте, послушайте. Когда я летала, я боялась лететь. Когда я прилетала обратно, я тоже не боялась. Да. Теперь не боюсь. Теперь уже не боишься? Да, раньше было все. Я просто держала себя, когда мы летели. Такие красивые облачка. Крыло, давай заснимем наше крыло. Ну, головку убери. Крылышко самолета. И такие облачка красивые. Как сугробики лежат. И небо красивое. Как море. Кузьки, чем занимаемся? Сухарики точим, да? Ага.
Андрюха наш там. Жрать хочешь, не кормят еще, да? Так они сказали, кормить не будут. Да, водичкой обойдемся. Я говорила об этом. Ясно. Так, Каролина, ешь сухарики? Кормить не будут. У меня нету сухариков. На твои сухарики. А я шарик. Как мне держать? Кризис. Кормить нечем. В самолете уже. Никто не кормит никого. Да, ну ты будешь сухарики грызть, да? А ну где ты там у меня? Вкусные сухарики, да? Понял, все из этих, как гирляндная. Обалдеть.